Все ходят туда-сюда. Все тут ходят. Можно глянуть. Ну, а ты все еще хочешь. Она из Финки попробовала читать, ну, посмотреть. Землетрясение, помните, которое было? 27 года, правильно, вот сразу видно, люди разбираются в нашем русском советском искусстве. Замечательно. И вот это вот землетрясение, как раз 27 года, у нас тут 9 баллов оно было, и вот этот кусок Альтадора, вот это вот из колонны, как раз это было, оно отвалилось. Оно отвалилось, и вот как раз такие точно... Как вверх вылазить? Кошка. Кошка и по деревне ходит. Дюра, да. Если что? Что, если что? Считать тебя коммунистом? Ой, смотри, вон та ротонда, мы там были. Какой можжевельник. Можно. Да, котейкин. Крест не входит. Вертикально, когда все войдет. Крест наш вертикально. Аккуратно. Не болтайте сюда, фотографируй все, Оли. Я не знаю как. Ну вот, все, уже как есть. Что есть, да. Что есть, то еще вырастет, то вырастет. Кутя, кутя. Больше, ну, как бы больше даже белых цветов. Вот это, горы темноватые, да, согласен. Горы темноватые, но именно скала, вот, на которой все это находится, она немного, да, темноватая. А мы сейчас теперь будем просто спускаться? Это очень относительно, что как спускаться. Да. Идти обратно. Идти обратно. Видите, в Одесском дворце, когда там нет толпы на входе. Опять не холодно. Шикарно, шикарно, да, куда вы подъехали. Мы еще подошли. Убирали. Да, убирали. Ну, и четыре вот из ворот прислали. Ну, они не сказали, поставлю на задачу. Перчитали, как бы они все это убирали. Я просто остался там. Пару человек, там нам там дали. А там у него нет разве? Я помню, что все это ручаточку остатки добили. Не, ну просто у нас персонаж такое отношение, знаете, прям как к детскому родному месту. Там в 13 году туда вошли, они, значит, этот Комаров сказал.
А второй старый елка, отец. Вот ты видел вот этот высотищ? Белый, тот белый. Мы просто уснули дрова. Вот тут белый. Ну вот это как они. Давай красной будет профессионал, что главное. Он сказал хорошо ялтинские вообще особенности, ялтинскую специфику. Он главный проектировщик Ялты был. Аристократы, кстати, Крым для отдыха летом не выбирали. Было там солярис. А как фамилия, просто там называли, я опять забыла. Фамилия того хранителя музея, который в Воронцовском был дворце, при немцах, он все это сохранил, и потом посадил на Чекушка Чекода. Сейчас на Щеда. На Щеда. Щеков. Нет? Я могу помнить. Либо Щеков такой. Ну да, на Щеда точно. На Щеда. И книгу. Да, вот, кстати, с... Прямо идем, прямо идем. Мы опять эти обезьяны возбудили. Да. Сдит, конечно, тогда обезьяны разбудили ночью. Вот видишь, как ты воздвижешься, когда малая церковь. Пойдемте, а то ему же тоже надо возвращаться. Вот, мам, ты посмотри, какой все. Да. Вась, посмотри вот на этого красавца. Просто мясо. Живое мясо. А, так это и есть левый парк, да? А. Слушай, ну по-моему, кстати, тогда так же и назывался. Да? Ага. Тут мы уже шашлыки жарили. Помнишь, да? Вот этого, по-моему, не было. Или было? Не было, да? А, видишь, тут это типа бара такого. Там сверху тоже что-то. Ну, конечно, место-то такое вообще козырное. Не, я думаю, что здесь сейчас никто не живет. Возможно, здесь сейчас, видишь, там даже это, в здании пусто. Думаю, что просто сейчас здесь реконструкция идет. Ну или там, как это назвать, ремонт.
Хотя нет, смотри-ка, работает. А вот там ремонт идет. Видимо, сейчас ремонтируется. Что-то никого нету. На фоне Ялты интерист. Смотреть, как там выглядит вокруг. Стройка. Красные крыши. Да, я стройку запечатлим. Потом да? Здесь что-то будет, когда уже в следующий раз приедем. Там Олива парк. Вон вывеска. Все это в Массандровском парке. Слушай, ну они прям реально в самом парке, да, строят. Прямо говорю, внутри парка строят. А, да. Не продвигаться все ближе, ближе. Получается вот туда вот. Считай, назад, да, туда? За Ялтой. А, точно, туда, слушай, да, за Ялтой турист. Я думала, туда. Да, я тоже думал, что наверх больше. А, просто за ней. Там канатная дорога у них пляж тут. Люк открыт, осторожно. Известняк. Ну. А вот, смотри, тоже что-то. А, это какая-то будка. Нет, не открыт люк, просто так выглядит. Это нужно вниз спускаться. Котейки. Отдыхает. Да, им тут раздолье прям. Здесь, видишь, оказывается, сухой климат. Я думаю, здесь влажный. Субтропики, да? Сухие. Да, только сухой. Можжевельник. Или это не можжевельник? Это, наверное, этот лиманский кедр. Динь-динь-динь.
чехолка тебе. Главное мне не уронить не его. Интересно, эта тетка нас сегодня будет матюкать? Или мы уже проехали? Да? Тетка нас там, да. На телевизор, да. Спасибо.